Всем привет! Перемен требуют наши сердца. Короче, я поменялась. Я сделала ламинацию ресниц. Я сделала новые ноготки. И я изменила стрижку. Вообще кардинально буду меняться. Сейчас еще предстоит покраска, поэтому будет интересно. Я неожиданно на это решилась. Но знаете, самые неожиданные действия самые приятные, поэтому будет у нас очень интересный влог с переменами. Вот, стригусь подружки в салоне, поэтому все проверено качественно и доступно. Вот, ноготочки такие. Красиво. По поводу стрижки, кстати, я совсем случайно захотела измениться. Смотрела, хотела подрезать кончики, подровнять, но решила, что боб-каре мне идет больше, чем моя обрубанная стрижка непонятная, поэтому у меня вот сейчас такое вот каре. Волосы жирные, поэтому объема нет, не пугайтесь, еще предстоит покраска, я буду абсолютно другая. Ламинация ресничек вообще безболезненная, очень доступная процедура, которая позволяет на 2-2,5 месяца не красить ресницы. Посмотрите, у меня не было вообще. Я вставлю вам фотографию до и после. И вот сейчас у меня, смотрите, какие закрученные, красивые. Это вот буквально пару часов после процедуры прошло. Вот. И ноготочки тоже мне сделали очень красивые, тоже необычная для меня форма. Поэтому у меня сейчас все вообще не такое, как я раньше делала. Вот. Так что буду для вас снимать постепенно. Потом покажу обязательно результат. Уверена, будет. Кстати, знаете, что хочу сказать, что с момента болезни, с тех пор, как я была лысая и теряла волосы, я вообще не боюсь меняться, менять цвет волос, менять стрижку, менять внешность. Я знаю, что это вырастет, отрастет, можно изменить, исправить и подождать немножко, походить так. Я думаю, лучше так, чем лысая, поэтому ценности меняются. Раньше я плакала за 2 сантиметра лишней обрезанной длины. Сейчас же я вот пришла с длинными такими волосами уже чуть-чуть ниже плеч и попросила обрезать меня чуть ли не боб-каре короткое. Поэтому будем сейчас делать красоту. Первый раз в жизни, кстати, меня будут красить именно не дома. Будут делать осветление. Открою занавес. И будут делать достаточно такую дорогостоящую для меня процедуру. То есть это впервые в жизни я посвятила это себе. День красоты, реснички, волосы, ногти мне подружка делает бесплатно, но волосы я не красила, потому что это было дорого. Сейчас же я расщедрилась, я решила, что почему бы и да. Вот. Тем более у Макса скоро день рождения, буду вообще такая совсем другая. Ну что, всем большой привет, смотрите, новая я, обновили меня вчера, мне безумно нравится, просто я то, что хотела, я показала мастеру фотографию с таким вот боб-каре удлиненным и цвет, я хотела красные локоны, красные такие вот перья, красные пряди, мне сделали очень красивый переход. Мастер была уверена, что ничего не получится, потому что у меня очень темный пигмент. Она думала, что я крашусь каждый раз всю длину и крашу
в черный цвет. На самом деле у меня черного цвета ни разу после отросших с лысины волос не было, поэтому она удивилась, что получилось вывести осветлителем. Она порошком высветляла меня и потом просто краской закрашивал. Мне безумно нравится вообще просто стрижка. Мы стригли ее на ровный пробор, но я вот сейчас попробовала сделать пробор на другой бок, на любой бок. И получилась такая красивая симметрия. То есть, знаете, прокрашено все очень классно. Мне очень нравится. Напишите, как вам. Хочется перемен. Сделала ламинацию. Ламинация пока что не прочесанная, потому что прочесывать 24 часа нельзя. У меня щеточки с собой нет. И приеду домой уже. Сейчас будем ехать в Киев. Наконец-то буду прочесывать там. Вот. Поэтому я такая измененная. Как вам? Напишите. Классно, нет? Мне кажется, работа шикарная просто. Мастер настолько скрупулезный, настолько качественно это все простригает, и на каждую волосиночку перемеряет, чтобы нигде не было никакого асимметричного угла там, да, либо прятки какой-то. В общем, мне безумно нравится, и я однозначно буду клиентом этого мастера. Наташа, огромное спасибо вам за такую классную стрижку. Воплотили то, что я хотела давным-давно. Всем хорошего настроения и пока! Всем большой привет! Находимся в игровой комнате у нас возле дома на нашем районе. Вот, присматриваем место для проведения Макса 5 лет, ему в пятницу 5 лет, но будем праздновать мы в субботу, вот, так что мы пришли в такой игровой центр, мы 3 года мы здесь праздновали, 4 года, по-моему, не здесь, вот, очень понравилось, резвятся детки. Вот, здесь есть пакеты «Все включено», то есть за определенную сумму вы можете организовать полностью праздник ребенку с пиньятой, с тортом, с аниматорами, мыльное шоу. Мы выбрали максимальный пакет, здесь все включено. Ну, меню отдельно, конечно, идет имениннику комната игровая полностью, кабинку, тоже аренда кабинки, вот. Аниматоры, квест с двумя аниматорами, 2 часа, по-моему, и торт входит в стоимость, пиньята, наполненная сладостями, и вынос торта. Вот, так что мы же здесь были, здесь нравится, классно, тем более у нас все друзья с детками, и для деток здесь, мне кажется, будет максимально комфортно, классно и весело. Вот. Так что такие вот дела организовываем. Купили уже цифру большую, 5, я думала торт печь, но так как здесь в пакете есть торт и вынос торта, то одной проблемой меньше. Вот. Ни заказывать, ни печь не нужно, можно кексики всякие там и все такое. Вот, так что мы готовимся. Сейчас идет активная подготовка к дню рождения ребенка. 5 лет будет Максу, и он сейчас очень болеет с кричерами. У кого детки такого же возраста, кто болел тоже с кричерами, вот сейчас подарки покупаем. Катапульты от бабушки с дедушкой, и мы вот мама-папа дарим такую вот трек, который с препятствиями идет и максимально интересный самый. Тут, короче, выбора такого. Мы гостям всем сказали, я список каждому написала для того, чтобы приходили не с повторными. Вот этот будет, короче, у нас 5 скричеров подарят, просто машинки с дисками. И мне кажется, вот эта катапульта тоже очень интересная. Здесь идет 2 машинки в комплекте уже с дисками и 2 катапульты. То есть сюда любые диски закидываешь, и машинки трансформируются. И вот такой вот трек тоже интересный, здесь препятствиями тоже идет Night White, у него уже есть такой оригинальный отдельно машинка, и мы вот решили купить такой вот трек. Вот, так что я думаю, будет доволен как слон. Вот. Всем большой привет! В общем, короче, мы только что были в территории низких цен, покупали Максу подарки на день рождения, у него в пятницу день рождения, сегодня среда. В субботу мы будем праздновать, но в пятницу с утра мы хотим сделать такой сюрприз ему, красить комнату шариками, циферку,
подарки поставить. Я хочу тортик какой-то такой самый простенький, может быть, испечь тоже со свечками, чтобы он задул, хлопушки купить ему, хлопнуть. В общем, сделать для ребенка приятное утро дня рождения. Вот. И когда выбирали шарики для того, чтобы надуть гелием, потому что мы хотим под потолок, чтобы они висели, молодой человек, продавец, консультант в территории низких цен, подошел и сказал, говорит, что у них прям можно надуть. Так что если вы вдруг ищете, где надуть шарики, мне кажется, максимально доступная цена 29 гривен 6 шариков с любыми узорами, там есть и с надписями, если вдруг вы себе, подружке, не знаю, маме, папе или еще кому-то, есть такие тематические шарики, 29-32 гривны, по-моему, стоят. И у них надувается один шарик 20 гривен гелием. Мне кажется, это нормально, потому что на точках где-то в торговых центрах однозначно получается дороже. И мы выбрали циферку гелием набрать. Мы купили в бонусе. Я купила за 25 гривен 80 сантиметров цифра пятерка. Но для того, чтобы ее надуть, нужно заплатить 230 гривен как минимум. Это просто по блату, по знакомству и по себестоимости. А здесь же мы выбрали такой вот гелевый шарик, то есть такой из фольги плотный, большой шарик золотого цвета с цифрой 5, серебряная циферка, и надутый шарик, уже надутый гелем, стоит 69 гривен. Так что если вы вдруг ищете ребенку, либо же кому-то на подарок циферки с надутыми сразу шариками, можете обратиться в территорию низких цен, они там сразу и надуют. Единственное, что шарики нужно покупать у них, чужие шарики не у них куплены, они не надувают. Вот, поэтому мы в четверг, завтра вечером, уже перед закрытием, наверное, где-то 9:30, может, в 9, вырвемся от Макса, надуем шарики, спрячем их в машине и на утро приготовим комнату ему. Поэтому вот такой вот полезная информация для вас. Если не знаете, где надуть, можете поехать сразу там купить. Огромный выбор вот этих вот всяких приколюшек для фоток. Усы, кепочки, в общем, даже фотозоны маленькие есть тоже за смешные деньги. Разные виды шариков, сердечками и змейками вот этими всеми, и зайчики, и куча-куча разных. Поэтому вот, будем готовиться. Купили вот скричеров сейчас, большой трек для скричера и катапульты для дисков, две катапульты и две машинки в комплекте. Вот. Напишите, у вас детки в возрасте 5-6 лет страдали скричерами. У нас Роблоксы переболели, Майнкрафты переболели. И вот сейчас скричеры. Ну, скричеры, знаете, намного дороже, чем Роблоксы и Майнкрафт. Максимум полгода ребенок болеет игрушками, а потом просто забрасывает. Всем привет. Забрала или забрали. Ой, какой этот доставщик. Глова, классный этот шлем. Яркий. Вот, в общем, Фаберлик забрали. Забираю на Абалоне в точке выдачи. Первый раз взяла гиалуроновый гель Aloe Vera, вот этот вот из ICU, корейская фирма. Потом набрала кучу пятновыводителей. Положили пробник. Это пробник ультракондиционера для белья. Такой вот, я надеюсь, хорошо видно вам. Дальше здесь у нас, по-моему, новая тушь. Да, тушь для ресниц Glam Team, это новенькая. Дальше у нас идет Faberlic, вот этот вот экспресс-корректор под глаза, который увлажняет. Дальше взяла вот такую вот сыворотку-активатор. Активная сыворотка-кондиционер для роста бровей. Попробуем отрастить брови. Привет-привет! У нас сегодня четверг вечер, 9:30 вечера, в общем. Мы едем сейчас Максу покупать шарики на день рождения. Завтра ему 5 лет исполняется, поэтому мы готовим сюрприз и едем на 2 шарика. Будем упаковывать подарки, как только малыш заснет. Просто он невероятно ждет праздника, очень сильно ждет тортик, подарки. В общем, сейчас заедем тортик купим, ему не стало печь, потому что в субботу будем праздновать день рождения вместе с тортом, то есть там развлекательная программа с аниматорами, с квестом, с
мыльным шоу, фаер шоу, и торт входит. И выноска торта аниматорами тоже входит в подарок. Поэтому не стала заморачиваться. Мне кажется, на продукты и времени больше ушло бы. Я с удовольствием готовлю для ребенка торты или торты каждый год на все праздники, которые мы празднуем. Я всегда готовлю сама, но в этот раз решила не готовить, потому что, в принципе, можно купить красивый маленький тортик, поставить туда свечи ему и утром поздравить с днем рождения. Вот, так что будем сейчас ехать, попробую заснять, что там, когда будем надувать шарики. Вот, всем хорошего настроения, мы поехали.